письмо. Мужчины. После 30 лет брака. Парусник. Беспомощно замирает, без ветра в парусах. Автомобиль глохнет без бензина. И даже у сильных женщин кончаются силы. Мир в семье несравненно лучше глупой мужской справедливости. Прожив уже скоро как 30 лет семейной жизнью, я начал догадываться, что женщины – это другой тип жизни. Меня обманывали. Обманывали в школе, обманывали на работе. Запудривали мозги книгами, телевизором. Вводили в заблуждение даже родственники и дедушки. Я вырос в иллюзии, в странном времени эмансипации и матриархата. Меня обманули, и я повелся, поверил, что женщины такие же, как и мы, мужчины. Они также могут ходить в джинсах и кроссовках, быть руководителями, директорами школ и отличными водителями. Все сходилось. Просто чуть другая физиология. Просто рост немного ниже, а внешность красивее. Я раскрыл секрет, тщательно скрываемой системой. Мы разные. Оказывается, на планете параллельно сосуществуют две формы человеческой жизни. Мужская и женская. Они другие. Они функционируют на очень странном принципе, недоступном нашему пониманию. Но лучше не пытаться понять, почему так устроено. Лучше проверить это в своей семье. Женщины работают на внимание, заботе от мужа. Их батарейки заряжаются от ласковых слов и молчаливых искренних обниманий любимого, идущих из печёна. Они становятся неутомимыми генераторами от простых слов. Ты у меня единственная. И у меня нет другой женщины. Ты прекрасная мать наших детей. Я так рад, что встретил тебя. Ты самая лучшая. Как же вкусно ты готовишь, моя ласковая красавица. Ветер наполняет паруса. На засохшую землю падают капли дождя. Так оживляют простые слова измотанных повседневной семейной рутиной жен. Я долго не мог понять, что справедливости в семейной жизни нет. Мужчина живет принципами в отношениях. Око за око. Зуб за зуб. Если измученная жена подходит к мужу и начинает его грызть, сверлить словами, цеплять упреками, то это означает не нападение. Это означает, что не нужно отвечать ударом на удар. Ни в коем случае. Это просто сработала сигнализация. Топливо закончилось. Батарейки разрядились. Срочно заряди меня. Я вяну, у меня опускаются руки. Я невольно превращаюсь во что-то неприятное. Всего несколько минут твоего внимания. Выслушай мои тревоги и волнения, скопившиеся за день. Только, пожалуйста, не перебивая,
не споря. Даже у сильных женщин кончаются силы. Даже крепкие семена дают течь. Если забывать заботиться о цветах, они вянут. Умирая, они зовут на помощь. Они жаждут живительной влаги, ласковых слов, комплиментов, знаков внимания. Времени, внимания, которые полностью сосредоточены на них. Я был захвачен в плен семейной жизни. Захвачен на 30 лет. В плену у меня родились 7 детей. За это время я смог выучить непонятный язык, на котором общается параллельный мир женской цивилизации. Смог изучить их обычаи и нравы. Всегда говори то, что чувствуешь, и делай то, что думаешь. Молчание ломает судьбы. Пауло Коэльо.